Буквально позавчера был один очень такой важный праздник в жизни христиан. Кто помнит, какой это был праздник? Кто-то помнит, кто-то может сказать? Вознесение Господне, да? Слава Богу! Слава Богу! Вы знаете, на самом деле это библейское событие, о котором мы читаем в Библии. Некоторые евангелисты, они об этом вспоминают, об этом пишут нам. Но, вы знаете, я хотел бы немножко сказать о праздниках. На самом деле, иногда смотришь, и много разных религиозных праздников, которые празднуются, как-то отмечаются, даже иногда мы не все понимаем. И некоторые люди, они думают, ну вот праздник, это значит, надо ничего не делать, отдыхать, может быть, просто какое-то себе удовольствие доставлять. Но, вы знаете, я верю, что вот те библейские праздники, религиозные праздники, с которыми мы сталкиваемся, прежде всего, они нам в напоминание. Аминь. Скажите, в напоминание, как важно, чтобы мы помнили о том, что происходило в то время, когда Иисус был на этой земле, в то время, когда Дух Святой сошел на эту землю. Знаете, буквально через неделю мы будем с вами праздновать праздник Троицы или День Пятидесятницы. И это не время, когда нам нужно бежать на кладбище, да, но это время, когда нам нужно вспоминать о том, что Дух Святой, Он на нас сошел. Аминь. Слава Богу, на кого Дух Святой сошел? Кто уже крещен Духом Святым? Знаете, как важно, чтобы это не было каким-то таким, знаете, событием прошлого. Как важно, чтобы это было каждый день для нас настоящее. Потому что Дух Святой, который живет внутри тебя, он не может просто так там, знаете, находиться, спать, лежать, ничего не делать. Он тот, кто постоянно дышит дыханием Божьим. Аминь. И он хочет, чтобы ты также этим дыханием жил, чтобы ты также этим дыханием действовал сегодня, живя на этой земле. Аминь. И вы знаете, я хотел бы сегодня вспомнить немножко, поразмышлять о Вознесении Господнем. Я хотел бы поразмышлять о тех событиях, как это происходило, для чего это произошло, что произошло в результате того, что Иисус Христос был вознесен на небо. Потому что, вы знаете, это не просто был момент, когда Он просто оставил Своих учеников в одиночку, да? Но мы знаем с вами, что если бы Он не взошел на небо, если бы Он не оставил землю, то не пришла бы Пятидесятница. Но давайте сегодня мы с вами поговорим о Вознесении Господнем. И мы помним с вами, что на самом деле это произошло. Кто помнит, на какой день это произошло? На 40-й, да? Вознесение Господне. Поэтому некоторые люди, они увлекаются нумерологией, они, знаете, вот эти все цифры знают, но они не знают, что к чему. И они все приравнивают, знаете, вот к одному. Все приравнивают, знаете, вот к смерти почему-то. Не знаю почему, но на самом деле 40-й день Господь был вознесен. Но хочу еще спросить один вопрос. А вы знаете, от какого дня идет исчисление? От какого дня? От Пасхи, абсолютно верно, от Пасхи, от того момента, когда Христос воскрес, аминь. И вы знаете, пошел отсчет. На самом деле, знаете, очень важно нам помнить, что Христос, когда воскрес, Он являлся Своим ученикам очень много раз, да, вы помните, это были разные события, но Христос не просто являлся как Дух, но Он являлся в плоти, вы помните, Он являлся как человек, Он показывал им свои раны, вы помните, как Он говорил Фоме: «Фома, прикоснись, вложи свои пальцы в мои раны», вы помните, Он с ними кушал. Знаете, почему я об этом говорю? Интересно, что историки говорят, что после того, как Христос воскрес и вознесся, знаете, даже целое такое движение появилось, такая секта родилась, знаете, на земле, которые говорили, что Христос, Он вообще никогда не являлся во плоти, Он всегда был духом. Даже тогда, когда Он был рожден как младенец, это все лишь было духовное проявление, но Он никогда не был во плоти. И знаете, некоторые люди в это верили, но на самом деле Христос был во плоти, Он был на 100% человек, и Он был на 100% Бог. Аминь, вы согласны со мной? Вы знаете, это очень важно. Поэтому Христос, вы знаете, эти 40 дней Он являлся Своим ученикам, Он вместе с ними пребывал, кушал, общался, позволял им дотрагиваться до Себя, да, чтобы они поверили, чтобы снова их вера возгорелась, воспылало, потому что в момент, когда Он был казнен,
Очень многие разочаровались, очень многие угасли в вере, они оставили своего учителя, да, они разбежались, разошлись кто куда, кто-то вернулся к своему ремеслу, кто-то, знаете, просто пошел в другой город, кто-то спрятался, разные были обстоятельства. Но когда Христос им являлся, вы знаете, их вера возгорелась, они снова собрались все вместе. И вот, друзья мои, этот важный момент, это важное событие, когда ученики, они возгорелись в вере, они увидели Христа воскресшего, и у них, знаете, снова появилась эта надежда, вот сейчас Христос точно воскресший, Он всем докажет, Он всем нос утрет, мы сейчас с Ним построим царство, а Он начинает с ними разговаривать и подготавливать их. И вот давайте мы посмотрим с вами, друзья мои, первый, кто повествует эту историю, это евангелист Марк, и мы посмотрим с вами 16 главу, прочитаем с 15 по 20 стих. Итак, смотрите, такое напутствие Христа. «И сказал им Христос, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать следующее знамение. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, а если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога, а они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Итак, друзья мои, мы видим с вами эти события, как их повествует Марк. Итак, он говорит, Иисус говорит своим ученикам очень важные моменты, очень важные истины. Вы знаете, Он не просто так собирается покинуть их и оставить их в очередной раз, но Он говорит им, что произойдет нечто. Он дает им повеление. Вы знаете, я хотел бы вот именно в словах евангелиста Марка выделить две очень важные позиции. Друзья мои, первая очень важная позиция, о которой говорит Христос. Он говорит проповедовать всем. Он говорит, вы должны проповедовать всем. Я даю вам наставление. Вы должны всем проповедовать. Вы знаете, друзья мои, проповедуем ли мы сегодня всем? Может быть, мы проповедуем тем, кому нам хочется. Может быть, мы проповедуем тем, кто нам нравится. А вы знаете, иногда встречаются в нашей жизни люди, которым не хочется вообще ничего проповедовать, да? Смотришь на них и думаешь, да, бесполезно. Бесполезно ему проповедовать. Я вообще не хочу, не собираюсь жемчуг раскидывать перед, сами знаете, перед кем, да? Иногда, может быть, ты думаешь, слушай, он, я ему ни за что не буду проповедовать, потому что он такой злой, он такой жестокий, он еще такой-то, такой, он это сделал, он то сделал. И знаете, мы иногда начинаем выбирать, мы иногда начинаем оценивать людей, кому проповедовать, кому нет, удобно нам, неудобно. Но вы знаете, Иисус Христос, Он дал повеление проповедовать всем. Давайте скажем всем. И злым, и добрым, и богатым, и бедным, и умным, и не очень. Аминь. И знатным, и не очень, и молодым, и старым. Всем проповедовать нужно сегодня Евангелие. Это очень важное повеление. Это очень важное повеление. Обратите внимание, Иисус с этого начинает. Задача церкви сегодня проповедовать Евангелие. Аминь. Первоочередная задача. Не второстепенная. Знаешь, вот разбогатеешь, начни проповедовать, потому что тебе будет легко проповедовать, у тебя будет много богатства, поэтому ты будешь что-то покупать, давать, проповедовать. И люди у тебя будут слушать. Нет. Проповедуй всегда и везде. А помните, апостол Павел писал наставление Тимофею вовремя и не вовремя. Удобно или неудобно. К месту или не к месту. Проповедуй. Аминь. Аллилуйя. И вы знаете, интересно, что не наша задача определять, кому проповедовать. Наша задача проповедовать. А вот Господь уже говорит, знаете, Он продолжает, Он говорит, кто будет веровать?
и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Аминь. Мне нравится, что наш Бог сегодня дает выбор всем. Абсолютно каждому Он дает выбор. Вы знаете, но чтобы этот выбор был у людей, нам с вами нужно проповедовать. Аминь. Нам с вами нужно проповедовать. Чтобы каждый имел выбор, чтобы каждый мог выбрать, поверить Богу или не поверить, поверить Его Слову или не поверить. Аминь. Вы знаете, к сожалению, бывает так, что мы сталкиваемся с людьми, которые вообще никакого выбора в своей жизни не имели. Им как сказали, они так и поступают. Их как научили, они так и живут. В какой они родились, в каких обстоятельствах, они думают, что такие обстоятельства и все, больше никаких других нет. И поэтому иногда, друзья мои, когда мы приносим лишь только слово надежды, это слово надежды, порой, знаете, как свет, который врывается во тьму, это как ставни, которые открыли, а кто-то думал, что они не открываются, и свет проник в дом. Поэтому как важно нам сегодня, друзья мои, помнить, это важное повеление, перед тем, как Христос взошел на небо, Он сказал: проповедуйте всем. Аминь. Проповедуйте всем. Аллилуйя. Мне нравится второй очень важный момент, который мы видим также. Иисус говорит: уверовавших же будут сопровождать знамения. Итак, друзья мои, знамения будут в нашей жизни, если мы будем проповедовать. Можно сказать аминь? Нам порой хочется, чтобы все началось со знамений, Господь. Если бы мне сначала знамение, вот если бы я мог бы, как говорится, не знаю, огонь свести, да? Или помолиться за кого-то, чтобы он исцелился сначала, а потом проповедовать. Или, может быть, знаете, кто-то на меня нападет, а ангелы вступятся за меня, и я ему буду проповедовать. Вы знаете, нам иногда хочется начать со знамений, нам иногда хочется, чтобы какие-то были чудеса. Но вы знаете, я хочу сказать вам, путь к чудесам, путь к знамениям, друзья мои, лежит через проповедь. Аминь. Нам нужно проповедовать, и тогда знамения и чудеса, они будут нас сопровождать. Скажи аминь. Аллилуйя. Вы знаете, чудеса и знамения – это то, что приходит туда, где проповедуется Слово Божье, где вера поднимается. Аминь. Как важно, чтобы люди верили, и когда они будут верить, тогда будут происходить чудеса и знамения. После твоей проповеди, слушайте, это классно, когда ты проповедуешь кому-то, а потом сразу же приходит ответ на молитву, потом сразу же приходит какое-то чудо. Знаете, мы иногда смотрим на знамения, нам кажется, ну, Господь, проповедовать-то легко. Вот если бы знамения были, было бы классно. Но вы знаете, я верю, друзья мои, что знамения, они обязательно будут нас сопровождать, когда мы будем проповедовать. Аминь. И вы знаете, Иисус говорит об изгнании бесов. Друзья мои, мы будем с вами изгонять бесов, если Слово Божье будет жить в нашем сердце. Если Слово Божье будет жить на наших устах, если Слово Божье будет звучать на наших устах, эту власть дал нам Христос. Аминь. Знаете, сегодня нужна эта власть, чтобы показывать разницу, опять же, между кем? Между верующим и неверующим. Аминь. Между тем, кто поверил, и между тем, кто не верит. И вы знаете, когда человек верит, сила Божья начинает действовать в его жизни. И бесы, они трепещут, и они убегают, потому что Дух Святой изгоняет всякую силу тьмы. Аминь. Знаете, Библия говорит о говорении на языках. Мы будем с вами говорить на языках, когда Дух Святой сойдет на нас. Когда мы будем проповедовать Евангелие, друзья мои, нам важно, чтобы наша молитвенная жизнь, она была под водительством Духа Святого. И я хочу сказать вам, ревнуйте сегодня о говорении на языках. Это очень важный аспект, который влияет на проповедь Евангелия. Перед тем, как проповедовать, очень важно молиться. Аминь.
Когда у тебя боязнь проповедовать, слушай, это говорит о том, что ты немного уделяешь времени молитве. Молись. Молись на языках. Молись Духом Святым. Вы знаете, меня никто не учил проповедовать, я не знал, как проповедовать. Но знаете, когда мне сказали проповедовать, я так сильно испугался, что начал молиться. Я молился, молился, молился. И знаете, когда я уже не знал, о чем молиться, я просто молился на языках. И знаете, потом, когда я вышел проповедовать, я даже не помню, о чем я проповедовал, но я помню, что вроде бы было достаточно и неплохо, потому что все были довольны. Вы знаете, о чем я говорю, друзья мои? На самом деле очень важно, чтобы мы молились Духом Святым. Дух Святой знает, как нам помочь. Дух Святой знает, как нас направить. Дух Святой знает, как через нашу молитву что-то произвести в чьей-то жизни, в чьем-то сердце. И иногда, знаете, через нашу молитву Духом Святым, когда мы не понимаем нашим умом, но молимся нашим языком, Бог что-то, знаете, меняет местами, останавливает, открывает двери, подготавливает что-то сердце, врагов примиряет с нами. И когда мы приходим и проповедуем, они уже готовы, потому что Дух Божий уже с ними поработал. Поэтому, как важно нам сегодня, друзья мои, помнить, что это то, что нам повелел Христос. Это то, что Он нам оставил. Мы должны говорить и молиться на иных языках. Можете сказать на это аминь? Вы знаете, сегодня даже, к сожалению, в некоторых церквях пятидесятнических говорение на языках отходит на задний план. Вообще люди не ревнуют об этом, считают, что это что-то старое, это что-то прошлое. Но вы знаете, я категорически с этим не согласен, потому что Христос сказал об этом. Это очень важно и это очень ценно. Аминь. Следующий, друзья мои, очень важный момент. Иисус Христос говорит: «Именем моим будете изгонять бесов, будете говорить новыми языками, будете брать змей, и если что смертоносное, выпейте, не повредит вам». О, знаете, это, наверное, самое интересное. Змеи будут кусать, и ничего вам не будет. Смертоносное что-то будете пить, и будете живы. Друзья мои, это не тогда, когда мы смотрим и понимаем, что яд перед нами – и берем, пьем во имя Иисуса Христа, и потом остаемся живыми. Нет, это не об этом говорится. Потому что, к сожалению, сегодня некоторые люди, они пытаются пить то, что их убивает, но они пытаются, знаете, сами себя успокоить. Я же помолюсь, я же попрошу благословения. Бог никогда не благословляет пить яд, пить отраву, пить то, что тебя губит. Аминь. Но знаете почему? Иисус говорит об этом, потому что всегда есть те, кто хотят помешать проповеди Евангелия. Всегда есть те, кто хотят остановить служителей Божьих. Вы знаете, дьявол не дремлет. И в те времена, особенно в первоапостольские времена, многие пытались отравлять учеников Христа, останавливать, мешать им. Вы знаете, даже подкидывать змей. А мы с вами помним пример из жизни апостола Павла, когда он просто, собирая хворост, вместе с хворостом взял ехидну, она его укусила. И местные даже подумали, все, несчастный, проклятый человек, умрет сейчас от ехидны. От кораблекрушения спасся, а змея его настигла. Но мы помним с вами, что он стряхнул ее в огонь и продолжал Богу служить. Знаете почему? Потому что защита и охрана Божья была на нем. Аминь. Вы знаете, когда вы служите Богу, когда вы проповедуете Евангелие, когда вы исполняете то, что Бог вам повелевает, слушайте, знаете, что даже те, кто желает вам смерти, они ничего вам не смогут сделать. Какие бы коварные планы они ни строили, у них ничего не получится, потому что Бог будет хранить. И знаете, даже если случайно, может быть, вы съедите то, что выглядело хорошо, но кто-то вам подсыпал туда отраву, я верю, что Бог сохранит. Аминь. Я верю, что Бог сохранит. Именно об этом говорит Господь. Он говорит о защите и охране Божьей. Он говорит о том, что Бог будет защищать нас, когда мы будем Ему служить. Поэтому, как важно нам помнить об этом, друзья мои. Следующий важный момент. И возложите руки на больных, и они будут здоровы. Друзья мои, знамение исцеления. Мы будем молиться, возлагать руки на больных,
и люди будут исцеляться. И это не просто, друзья мои, какой-то, знаете, дар, который принадлежит какому-то человеку. Нет. Это дар, который каждый из нас мы можем использовать. Не во славу свою, но во славу Божью. Аминь. Вы знаете, мне иногда жалко тех людей, которые думают, что кто-то только один может исцелять, или кто-то, или вот тут точно будет исцеление. На самом деле, вы знаете, что очень важно помнить, что Бог нам всем дал власть молиться, возлагать руки и видеть Его славу. Аминь. И вы знаете, нет такой закономерности, когда только мы смотрим и думаем, что вот Он только исцеляет, а Он только молится за, не знаю, там, за процветание, а этот еще за что-то. Вы знаете, это на самом деле неправильно, это заблуждение. Вообще не от человека зависит, абсолютно. Знаете, иногда могут помолиться за исцеление, и человек может умереть. Такое тоже бывает. А знаете почему? Потому что это так Господь предопределил. Вообще человек ни при чем. Дух Божий действует. Дар Божий происходит. И вы знаете, как важно, когда мы приходим к Богу с верой. Когда мы приходим к Богу с верой. Вы знаете, я помню, такие были моменты, когда просили молиться за исцеление, а я вообще был, не верил в исцеление тогда. Но этот человек приходил и верил, молились, и человек исцелялся. Не потому, что я такой, вообще я тут ни при чем. Это дар Божий, который действует. И вы знаете, когда вы приходите и молитесь, возлагаете руку на кого-то, Бог будет действовать. Бог будет действовать. Даже если человек не исцелится, Бог будет действовать. И нам это нужно делать, нам нужно это практиковать. Аминь. Но, знаете, никогда не привязывайте славу Божию к человеку. Как важно, чтобы мы помнили, это Господь. Порой Бог может использовать самое, знаете, незначительное в наших глазах. Может использовать так могущественно, а мы можем этим пренебречь, мы можем это пройти мимо и лишиться благословения Божьего. Аминь. Знаете, я очень часто практикую в своей жизни следующий момент, когда бывает мне болею, чувствую недомогание. Знаете, кого я прошу молиться? Я прошу молиться своего ребенка, детей. Знаете, самая искренняя молитва, чистая. И знаете, какая она? Подходит, я помню, сына попросил, по-моему, он подошел так, играет там что-то, занимается. Я говорю: Никита, помолись за меня. Он так на меня посмотрел, так: отрываешь ты меня, папа, от дел важных. Ну, ничего не сказал, так подошел, так: Господь, исцели, и пошел дальше. Знаете, два слова сказал нехотя, а я почувствовал, что Бог меня коснулся. И вы знаете, не в нем причина. Причина в вере. В вере в Слово Божье. Аминь. Нам нужно верить, то, что Бог действует. И знаете, достаточно порой чьей-то руки, даже того, кто, может быть, не верит, но достаточно этого. Ты поверил, ты принял, и Бог тебя исцелил. Ты поверил, возложил, и Бог коснулся кого-то. Исполнение Слова Божьего. Аллилуйя. Итак, друзья мои, мы видим с вами, что Иисус перед тем, как вознестись, Он дает эти важные повеления проповедовать всем, и знамения будут сопровождать проповедующих. Но давайте мы посмотрим дальше, что происходит. Давайте мы посмотрим Евангелиста Луку. Это следующая книга. Также последняя глава, 24. Давайте посмотрим, что происходит в описании от Луки. И мы читаем 24 главу, 49 по 53 стих. Итак, смотрите, Иисус говорит: «И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословил их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь». Итак, друзья мои, мы видим здесь с вами также краткое описание от Луки,
момент вознесения. И я здесь хотел бы тоже выделить одну очень важную, очень ценную мысль, очень ценный аспект, с которым хотел бы с вами поделиться. Обратите внимание, во-первых, Иисус говорит: «Я пошлю обетование Отца Моего на вас». И мы знаем с вами, что это тот момент, когда Дух Святой сошел. Но для того, чтобы Дух Святой сошел во всей полноте, для того, чтобы эти пламенные языки сошли на народ Божий, было условие очень важное. Знаете, какое? Они должны были оставаться вместе, они должны были находиться в Иерусалиме. Скажите аминь. Друзья мои, это очень важный момент. Вы знаете, всегда, всегда Иерусалим, он является неким прообразом места, особенного места, где особенное присутствие Божие. И вы знаете, я хочу сказать вам, здесь, на этой земле, в наше время, в которое мы живем, у нас тоже есть это особенное место, где есть особенное присутствие Божие, где есть особенное помазание, особенная атмосфера. И это место, друзья мои, когда мы собираемся вместе, скажите аминь, Церковь Божья, когда мы вместе собираемся. Вы знаете, это очень ценное условие, где Бог особенно посещает свой народ. Я хочу сказать, очень классно, когда мы помним и знаем, что Христос всегда с нами, где бы мы ни были. И даже если мы окажемся в одиночной камере, Христос и там будет с нами. И даже если мы окажемся на необитаемом острове, Христос и там будет с нами. Но это, друзья мои, условия, которые от нас не зависят. И иногда такое может происходить. Но в любой момент, друзья мои, когда мы пренебрегаем собранием Божьим, когда мы пренебрегаем Церковью Божьей, мы лишаем себя этого сверхъестественного, особенного присутствия, когда Дух Святой нас наполняет могущественно. Аминь. Знаете, Богу нравится, когда Его Церковь собирается вместе. Богу нравится, когда мы имеем общение между собою. И Он особенно посылает свое благословение. Почему, друзья мои, сегодня в Церкви мы получаем массу откровений? Почему сегодня в Церкви действительно происходит то, когда Бог поднимает миссионеров именно в Церкви, когда поднимает на служение, когда ставит на определенные поручения? Да потому что здесь, друзья мои, особенная атмосфера. Бог видит людей, которые приходят в Дом Божий, преодолевают какие-то, знаете, искушения, преодолевают какие-то, может быть, знаете, свои, знаете, порой, может быть, какие-то обстоятельства, жертвуют чем-то, чтобы прийти в Дом Божий. Знаете, намного легче сказать: о, так сегодня легко, включил, кнопочку нажал, сидишь, смотришь трансляцию онлайн. Но вы знаете, как я заметил, как мы смотрим трансляции онлайн? Не так, как в церкви. Если в церкви мы сидим, внимательно слушаем, то знаете, когда трансляция онлайн дома, мы можем себе позволить делать что угодно, заниматься чем угодно. Можем уйти, зайти в одну комнату, в другую. И мы делаем вид, да, мы слушаем, да, мы на служении, но знаете, при этом мы 250 дел делаем, и мы можем пропустить очень-очень много, и только чуть-чуть что-то услышать и поймать. Но в Доме Божьем, в собрании Божьем всегда особенная атмосфера. И мы даже лишний раз в носу поковыряться стесняемся. Аминь. Потому что мы понимаем, что можно пропустить очень важное. А дома что угодно. Поэтому пусть Бог даст нам мудрости. Иисус говорит: «Но вы оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силой свыше». Представляете, доколе не облечетесь силой. Если ты хочешь облечься силой свыше, всегда спеши в Дом Божий. Всегда будь в собрании. Это то место, где есть особая сила свыше. Нет, конечно же, оставаясь дома, Бог тебя не покинет и не оставит. Но если ты хочешь больше, иди в Дом Божий, иди в собрание. И все, кто в Доме Божьем, сказали: аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Но вы знаете, евангелист Лука, он не остановился на этом. Он на самом деле продолжил. И я хотел бы еще, чтобы мы с вами коснулись заключения этой истории, потому что это еще не все. Евангелист Лука, он в Деяниях, в книге «Деяния святых апостолов», он продолжил повествование Вознесения. Вы знаете, там интересные моменты есть. И я хотел бы, чтобы мы с вами еще коснулись вот этой третьей части
того, как Христос возносился на небо, давайте посмотрим первую главу с 8 по 14 стих. Буквально еще немножко над Словом Божьим поразмышляем. Итак, мы читаем с вами Деяния святых апостолов, первую главу с 8 по 14 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Именно это обетование Отца, о котором говорил Иисус. «И будете мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и в Самарии, и даже до края земли». Сказав это, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Этот Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Илион, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. И придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр, Иаков, Иоанн, Андрей, Филипп, Фома, Варфоломей, Матфей, Иаков Алфеев, Симон Зелот, Иуда, брат Иакова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями Его». Аллилуйя! Слава Богу! Знаете, друзья мои, еще один очень интересный момент, о котором говорит нам Лука, повествуя вознесение Христа. Ну, во-первых, друзья мои, я хотел бы обратить ваше внимание, что сила Святого Духа, она должна быть в нас. Она должна быть в нас. Вы знаете, Христос, Он для этого поднялся на небо. Вы помните, Он сказал, «Я ухожу не для того, чтобы оставить вас сиротами, а для того, чтобы Дух Святой пришел на вас». Скажи кому-то рядом, «Дух Святой на тебе». Дух Святой на каждом из нас. Поэтому у нас есть с вами эта сила. Все, что нам порой нужно, начать ей пользоваться. Вы знаете, Дух Святой нам дан не для того, чтобы газ зажигать без спичек. Дух Святой нам дан не для того, чтобы, знаете, в сырую погоду лужи разводить, чтобы посуху пройти. Нет. Вы знаете, Дух Святой нам дан для того, чтобы, еще раз повторюсь, проповедовать. Аминь. Проповедовать Евангелие. Друзья мои, Христос не вернется на эту землю, пока мы не проповедуем Евангелие всем, кому нужно. Обратите внимание, что когда Он возносился, ученики думали, что, наверное, Он просто хочет подняться на небо и потом взять с собой кого-то, ангелов, спуститься и уже начать что-то делать. И вы знаете, они так долго смотрели на небо, даже тогда, когда Христос скрылся в облаках, они так долго смотрели и ждали, что Он вот-вот снова вернется, что знаете, что Христу пришлось послать двух ангелов. Два ангела пришли в белых одеждах и сказали, что вы стоите и смотрите. Он сейчас уже не вернется, Он вернется потом. После того, как вы примете силу, будете проповедовать и будете свидетелями до края земли. Аминь. Вы знаете, Христос нас оставил на этой земле, чтобы мы выполнили миссию. Сегодня миссия церкви – это проповедь Евангелия. Сегодня миссия церкви – это дать возможность каждому услышать и определиться, верить в Иисуса Христа или нет. Нет другой миссии. Аминь. Знаете, некоторые сегодня думают, что миссия церкви, чтобы все стали богатыми. Кто-то думает, чтобы все стали здоровыми. Кто-то думает, чтобы, знаете, чтобы все пророчествовать смогли. Сегодня разные придумывают миссии для церкви. Но я хочу сказать вам, основная миссия церкви, друзья мои, проповедовать Евангелие вовремя и не вовремя. И знаете, когда придет полнота времени? Знаете, когда Христос вернется? Он вернется тогда, когда все услышат. Когда все услышат. Никогда все станут богатыми, никогда все исцелятся, никогда все будут пророчествовать и предсказывать будущее и предвидеть то, что произойдет.
А знаете, так этого хочется сегодня. Многие так за этим сильно гоняются. Но Христос сказал: все равно вы не узнаете, когда я приду. Есть только лишь, знаете, намек. Он сказал: Евангелие будет проповедано по всей земле. Аминь. Поэтому это основной наш критерий с вами. Итак, друзья мои, Христос сказал нам, что мы должны получить силу. Это первое. Второе. Это важная функция, которую Он хочет, чтобы мы исполнили. Быть свидетелем Иисуса Христа. Скажи вместе со мной: я свидетель. Кто-то когда-нибудь из вас был свидетелем? Когда милиция останавливает, говорит: вы нам нужны как свидетель. Или заходят, говорят: знаете, я всегда старался от этого убежать подальше, я не хотел. Думаю, не хочется быть свидетелем. Но вы знаете, свидетель Иисуса Христа – это почетное звание. Аминь. Мы с вами, друзья мои, должны к этому стремиться, быть свидетелями Иисуса Христа. И вот это наше с вами свидетельство Иисуса Христа, оно должно держаться на трех китах. И знаете, первое – это на слове. Мы, чтобы быть свидетелем Иисуса Христа, должны хорошо знать Его Слово. Аминь. Слово, все Писание, оно свидетельствует о Нем. Абсолютно все, оно свидетельствует о Нем. Поэтому, когда мы знаем Слово, мы можем быть Его свидетелем. Но это еще не все. Второе, друзья мои, что очень важно, чтобы мы были свидетелем Иисусу Христу. Знаете чем? Поведением. Скажи кому-то рядом: поведением. Нашим с вами поведением. Знаете, что такое наше с вами поведение? Это наш характер. Скажи: характер. Скажи: у меня замечательный характер. Скажи: у меня самый лучший характер, самый добрый. Мы знаем, что нам так этого не хватает, да? Мы знаем на самом деле, какой наш характер. Но я хочу сказать вам, друзья мои, только сила Святого Духа может помочь тебе поменять твой характер. Аминь. И ты должен к этому стремиться, потому что ты свидетель Иисуса Христа. А свидетель Иисуса Христа должен быть с добрым характером. Аминь. Поэтому это наша с вами ответственность, это наша с вами дисциплина. И если, знаете, сегодня мы себе позволяем говорить: а у меня какой есть характер, такой и есть, то, знаете, мы с вами обманываем себя, и мы с вами убегаем от того, чтобы быть свидетелем Иисуса Христа. Поэтому, друзья мои, нам нужно с вами над своим характером работать с помощью силы Святого Духа. Аминь. И третье, друзья мои, что очень важно, вот уже следующее, что последует, это наши поступки. Скажи: поступки. Наши поступки, наши дела. И опять же я скажу, друзья мои, они должны быть в силе Святого Духа. Они должны быть в силе Святого Духа. Это не так, знаете, вот что получилось, то и получилось. Принимайте такое, как есть. Больше, на большее я не способен. А что вы хотели? Разозлили меня? Что я вам мог сделать? Вот такое и получилось. Вот чего добились, то и получили. Да, как мы иногда так пытаемся извернуться из ситуации. Но вы знаете, нет, друзья мои, это не пройдет. Чтобы быть свидетелем Иисуса Христа, а мы к этому призваны, нам нужно с вами иметь поступки в силе Святого Духа. Аминь. И вы знаете, эти поступки, они часто очень, очень часто, в большинстве случаев, связаны с жертвой. Когда ты что-то делаешь, и это тебе неудобно, скажи, неудобно. Знаете, некоторые думают, что сильный христианин – это тот, который все легко делает. Знаете, нет, я скажу вам, сильный христианин – это тот, который делает то, что неудобно. Скажи еще раз: неудобно. Неудобно. Вы знаете, бывает неудобно идти и служить куда-то. Бывает неудобно молиться, когда тебе Дух Святой побуждает. Бывает неудобно проповедовать, но ты это делаешь. Бывает неудобно жертвовать, но ты это делаешь, потому что тебя побуждает к этому Дух Святой. Аминь. И это, друзья мои, наша с вами ответственность быть свидетелем Иисуса Христа. Я еще раз повторюсь: словом, поведением и поступками.
Аминь. Слава Богу. Давайте мы сейчас поднимемся. Я хотел бы помолиться. Перед тем, как мы помолимся, я хотел бы задать вопрос. Может быть, сегодня здесь есть люди, которые никогда не молились молитвой покаяния, и вы хотели бы примириться с Господом, хотели бы, чтобы Он стал вашим Господом и Спасителем. Если вы такой человек, вы здесь, дайте знать, помашите рукой, мы за вас помолимся, благословим. Все спасены. Кто спасен уже, кто уже является верным свидетелем Иисуса Христа, слава Богу. Слава Богу. Может быть, с нами кто-то онлайн, и вы не молились молитвой покаяния. Мы все равно помолимся. Давайте мы вместе вслух помолимся, и вы повторяете вместе с нами эту молитву. Дорогой Иисус, я верю, что Ты Сын Божий, и Ты умер за меня и за мои грехи, и воскрес мое оправдание. Я прошу Тебя прямо сейчас, войди в мое сердце и стань моим Господом и Спасителем. Благодарю Тебя, что Ты услышал мою молитву, простил мои грехи и вошел в мое сердце. Слава Тебе! Во веки веков. Аминь. Слава Богу! Если вы такой молитвой помолились, знайте, что Господь Иисус Христос прямо сейчас в вашем сердце. Начинайте Ему служить, начинайте посещать собрания. Если не знаете, позвоните нам, напишите нам, и мы вам поможем. Аминь. Аллилуйя. А сейчас давайте мы помолимся и попросим нашего Господа, чтобы Он помог нам быть свидетелями Ему до края земли. Аминь. Проповедовать вовремя и не вовремя. Исполнять то, что Он нам заповедал, возносясь на небо. Потому что это наша с вами ответственность. Господь, мы благодарим Тебя за это особенное время, когда мы могли вспоминать о тех событиях, которые происходили. Когда Ты возносился на небо, Ты оставил эти важные поручения ученикам, Церкви Божией, Господь. И сегодня мы, как члены Церкви Христовой, мы, Господи, принимаем это поручение. Мы, Господи, также просим, помоги нам, Господь, быть людьми, наполненными силой Святого Духа. Помоги нам, Господи, сегодня не идти на поводу плоти, не идти, Господи, путем слабостей наших, но идти, Господи, путем силы Божией. Когда мы, Господи, делаем не то, что нам нравится, не то, что нам удобно, но когда мы можем делать, Господь, то, что будет Тебя прославлять, Господь, во имя Иисуса Христа. Я молюсь, Господь, о каждом в этом зале, о каждом, кто с нами онлайн, благослови и наполни силой Божией, чтобы нам проповедовать Евангелие, чтобы нам быть свидетелями Твоими, Господь, до края земли. Мы молимся, Боже, помоги нам наполняться Словом Божьим. Помоги нам, Господи, изменять свой характер, чтобы действительно люди видели, Господь, ту доброту, которая живет внутри нас, через Тебя, Господь. Мы молимся об этом, чтобы они видели перемены в наших жизнях. И я молюсь, Господи, Боже, чтобы в нашей жизни были эти поступки, эти дела, Господь, в силе Святого Духа во имя Иисуса Христа. Когда, Господи, своими делами, словами, Господь, поступками мы можем Тебя прославлять, великого всемогущего Бога, который показывает разницу между верующими и неверующими, между служащими и неслужащими. Мы благодарим Тебя, Господь, за это особенное благословенное время, когда Ты, Господь, наполняешь нас своими дарами, Духом Святым. Святым, Господь, спасибо Тебе, что мы не одни, мы не оставлены сиротами, но Ты посещаешь нас, Твое присутствие, Господь, в этом собрании. И мы благодарим, Господи, что Ты всегда рядом, Ты с нами, а мы, Господь, можем Тебе служить и прославлять Тебя. Наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой, и все да скажут Аминь.